Почему я огород, я знаю, хоть что могу посадить и вырастить. Вот. И так вот с детства я ковыряюсь. Ну, люблю я это. Вы знаете, ведь женщины не любят, они вот сидят на скамейке. И их это не радует, потому что цветы. А я утром рано выхожу в подъезде, вначале я приведу в порядок и в подъезде. Ну, вы же были, посмотрите, сейчас идете еще на звонок. И так вот я всю жизнь ковыряюсь. И в Израиле точно так же приехали. Что делать, сидеть? И я там цветы такие выращивала. А, герань я тут высадила, она начинает уже цвести, а потом я высажу эти в горшочки в подъезде. И все, и так вот. С детства все. У меня есть сестра, и в Москве я. Ну, здесь хорошо, вот пока помогает, конечно, эти вот что-то привезти, привезут. Управляющая компания, да, Ботенёв. Ботенёв, Злобин, вы обязательно заезжаете.